Если Steam спросит у вас, какая у тебя дата рождения, вы, конечно же, выберете один. Вы, конечно же, выберете год создания Советского Союза. Сидите вы такие в мастерской Steam, думаете, а чё б скачать-то? А скачать-то нечего. Листаете, и тут бац, появляется мыло в глазах. Думаете, ослепли? Да нет, на самом деле, здесь куда больше история. Хотите, расскажу? Конечно, хотите, я бы тогда не делал этот видос. Начнем с хоррор-карт. По правде говоря, нынешние хоррор-карты, ну, не являются таковыми. Это просто набор скримеров. Тем не менее, добить человека, который болеет... Чем болеет он? Скажи, пожалуйста. Чем? Тем не менее, эти самые скримеры могут довести человека, что имеет неокрепшую, слабую психику. Андрей. Да? Можно я тебе историю расскажу? Очень хорошую. 9 утра. Я могу сказать одно, это инвестиция в говно. Вообще, знаешь, не пиши мне больше никогда на... Ну ладно. Вы, наверное, спросите, а почему они не спрятаны от сторонних глаз? Да потому что смысл. Если человек ищет в мастерской стиме эти самые хоррор-карты, то очевидно, он готов, и психика его выдержит все это. Теперь, когда мы разобрались, мы идем дальше. Далее, аддоны и дубликаты. Аддон на мясорубку. Стреляешь в голову, а там пывыш, три-три. Фонтанчик клевый такой, большой, ю. Короче, ребят, я пока делал видос, даже не случайно, мне, скорее всего, такой Андрей посоветовал нажать на одну заветную кнопку сейчас. Вот она, это страшная кнопка, на самом деле. Ну, как мне сказали, это якобы страшная кнопка, если я на нее нажму, то мне откроется новая страница мастерской Steam, поэтому давайте я попробую сюда нажать, посмотрим, что из этого выйдет. Несовместимые аддоны. В этот список аддоны попали по многим причинам. Идеология, странный юмор, может быть, даже оскорбительный, разврат, похоть. Чего, блин, авторы этих аддонов либо преследовали какую-то цель, либо просто по фану. Страниц несовместимых аддонов. Этот список явно будет пополняться. Для того, чтобы полностью убедиться в них, нужно что-нибудь скачать. Но я этого делать не буду. Предлагаю вам. Вам? Ха, напугал? Ну, типа нормальная тема, нет? Может, это... Короче, объясняю. Да, это реально аддоны, которые как-либо нарушили какие-то принципы, правила мастерской Steam. Эти аддоны могли нарушить авторские права, или они просто не работают. Таких достаточно много. Тем не менее, их можно скачать, но зачем? И не факт, что они будут работать. И да, тут есть оголенные модели, но смысл? Лучше их искать на сторонних сайтах. И если вы хотите сделать какой-то фильм, то лучше не в Гаррисмоде. Лучше идите в SFM. Или в Blender. Или в Minecraft. Но не в Гаррисмоде. Ну, это все. Да, видос, как всегда, короткий, но информативный. Меня зовут Сан Саныч. До встречи.